Открытие выставки «Не меркнет летопись Победы» Китовский район ждал давно. Прежде чем разместиться в стенах Дома культуры, передвижка побывала во всех частях Зауралья, в том числе и в Кургане. В ее экспозиции свыше 20 стендов, на которых собраны наиболее интересные публикации зауральских газет военного периода. Здесь и переживания того времени, и даже родительский наказ для своих сыновей. Прежде всего это настроено на молодежь, чтобы они видели, как их сверстники жили во времена, в сложные времена для нашей страны. Поэтому, конечно, это бесподобно, это нельзя переоценить. И та информация, которая в этих письмах, она от простых людей. То есть письма с фронта, письма родных, письма близких. Насколько они переживали, насколько они жили той жизнью. У каждого стенда группа заинтересованных людей. Гости выставки пришли сюда по собственному желанию, ведь она поистине уникальна и посвящает жителей Зауралья в ранее неведомые факты тех страшных лет. Ждал очень этой выставки. Всегда интересно смотреть газеты прошлых лет, как бы окунаешься в ту атмосферу и открываешь всегда для себя что-то новое. Сейчас, когда читаешь вот те статьи 40-х годов, понимаешь, насколько это было тяжело, насколько это было трудно, все-таки насколько благодарны мы должны быть тем поколениям, которые такое тяжелое время пережили. Среди посетителей и те, кому работа зауральских газет в военное время ценна по-своему. Для бывшего редактора газеты «Собеседник» Михаила Кантаурова это не только историческая память, но и дань уважения к создателям материалов. Я бы оценил простоту. Вот искренность и простота изложений тех материалов, которые там проходили. Без каких-то излишеств, без каких-то художественных, может быть, вымыслов и так далее. Чисто констатация фактов. Выставка «Не меркнет летопись Победы» пробудет в Китовском районе около месяца. Это единственное место, где передвижку согласились оставить на более длительный срок. А причиной тому стал неиссякаемый интерес и вечная благодарность к памяти предков, подарившим мирное небо зауральским жителям. Валерия Мельникова, Юлия Пастухова, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру».